Всем привет, друзья! С вами Росси, и мы находимся с вами на канале Роли Гейм Онлайн и начинаем играть в игру Empire Total War. Мы будем с вами играть за Пруссию, как было решено с вами в комментариях и, в принципе, к чему я сам склонялся. За Пруссию мы прошли кампанию в Imperial Glory на самом сложном уровне, и теперь поиграем с вами в Empire Total War тоже за Пруссию. Я, конечно, хотел бы выставить все на среднюю, потому что я как бы не очень сильный профессионал в Империю, да и вообще в Total War. Я буду играть первый раз, и все-таки давайте, наверное, блин, я не знаю, но средняя или тяжелая. Ну, наверное, на среднюю вам будет неинтересно смотреть, поэтому выставим на тяжелую. Ну, говорю сразу, что, скорее всего, это будет очень тяжело, и мы будем с вами делать сосалити бруталити, но все-таки я согласен с тем, что на легком, ой, то есть на среднем играть не трудно. Точнее, ну, не тру, потому что, ну, это Балаховский. Хотя, как для новичка, можно было бы, конечно, выбрать среднюю. А, нет, давайте, все. У нас все-таки железные яйца, мы завоевали всю Европу и полмира в Imperial Glory и попытаемся выполнить все условия победы и конкретно в этой игре. Так, а давайте я вам прочитаю описание страны. Так, значит, Пруссия стала германским государством с 13 века, когда тевтонские рыцари создали новую христианскую страну на побережье Балтийского моря. В настоящее время Прусское королевство – это новое государство, союз герцогства Брандербургского и прежней Пруссии, ставшее королевством только по той причине, что нынешний правитель Фридрих III решил провозгласить себя королем. Однако Фридрих был достаточно умен, чтобы не наносить оскорбления императору Священной Римской империи, эрцгерцогу Австрии, поэтому он провозгласил себя не королем Пруссии, а королем в Пруссии. Но это дело не меняет. Фридрих теперь король, и он король потенциально могущественной и влиятельной протестантской страны, являющейся центром всех германцев, которые не устраивают католическую Австрию. Пруссаки верят, не без основания, что их добродетели уберегут их от всех бед. Военная дисциплина, самопожертвование, чувство порядка. Но это чувство порядка не стоит путать с невежеством или другим. Или с нетерпимостью. Неважно, что по этому поводу думают другие народы. Пруссакам всегда приходилось сражаться, но от этого они не стали кровожадными. Они лишь накопили военный опыт, благодаря своим военным традициям, многие из которых идут еще от тевтонских рыцарей. Пруссия обладает потенциалом стать великой державой. Эти традиции могут послужить основой для создания непобедимой армии. Под умелым управлением Пруссия может объединить все германоговорящие народы, получить полный контроль над Балтийским морем и, возможно, расширить свое влияние далеко за пределы Центральной Европы. Ну что, ребят, значит, условия победы. Захватите и сохраните не менее 25 областей к концу 1799 года, в том числе Саксония, Вюртемберг, Австрия, Восточная Пруссия, Эльзас и Лотрингия, Рейнленд, Дания, Силезия, Западная Пруссия, Богемия и Моравия, Бавария, Польша, Ганновер и Бранденбург. Самое главное, я считаю, это здесь, конечно же, Польша. С Польши мы постараемся начать просто в самое ближайшее время. Начнем с ними разбираться. Ну, а сейчас давайте начнем игру и давайте начнем с вами загружаться, в принципе, ребятки. Так, поехали. Сейчас ваша главная задача исследовать в колледже Магдебурга теорию военной подготовки. После этого вам следует увеличить армию и подумать над расширением границ. Ладно, давайте, короче, без нее сами разберемся, что нам там надо, что там нам не надо делать, да, как бы уже взрослые дядьки. Так, давайте, значит, первым делом, что мы с вами сделаем, это мы осмотрим карту. Как вы видите, у нас есть карта Европы, потом наши любимые Триполи, как бы было в Imperial Glory и так далее, вот Россиюшка. Также здесь есть континент Америки, там Индии, Шминдии. В общем, карта на самом деле очень большая. Значит, у нас под нашим владением это Берлин, Бранденбург.
и Кёнигсберг, Восточная Пруссия. Рядом я вижу Гданьск, Западная Пруссия. Ну, Гданьск такая, ага, это Польша, Литва, я в принципе не удивлен. Вот она, Варшава, самый главный рассадник пшеков. Вильнюс, Литва, Минск, Беларусь, Волынь. Все это, в общем, Львов, Галиция и Подолье. Все это находится под Польшей. Так, ну, я думаю, прежде всего, да, нам нужно заняться дипломатией. Она, я предполагаю, где-то здесь. Ага, вот она, дипломатические отношения. Отображаются дипломатические отношения между стран. Тетя, я понимаю, что ты мне хочешь сказать. Так, значит, это можно торговать. Значит, сначала, я считаю, нужно нам настроить, предложить торговлю. Между портами вашей родины и страны партнера открыт новый торговый путь. Хорошо охраните его, ведь враги будут... Разберемся. Так, значит, с Австрией торгуем. Давайте с Британией предложить торговлю. Угу, отлично. Сейчас самое главное, это нам нужно... со всеми начать торговлю, для того, чтобы у нас с вами капала денежка. Почему-то мы с Польшей и Литвой уже торгуем. Я вообще не знаю, как до этого дошло. Дипломатические отношения показывают, как один народ относится к другому. Дружественно, хорошо, безразлично, натянуто, враждебно. Однако дипломатические отношения не всегда подразумевают взаимность. Совсем не обязательно ваш сосед думает о вас тоже, что долговременные торговые партнеры испытывают друг другу приязнь и уважение, развивая торговые пути к взаимной выгоде. Чем дольше действует соглашение, тем больше растет доход. Ладно, то хорошо, то понятно. Обратите внимание, какой у нас Фридрих I, король красавчик. Такая именно куколка. В общем, мы заключили союз, торговые отношения, торговое хреншение, короче, со всеми, с кем только было возможно. Давайте теперь посмотрим вообще отношение к нам. Значит, Австрия, антипатия, давние обиды, враг моего врага, мой друг, торговое соглашение, религиозные различия, национальные лидеры требуют уважения к себе. Значит, с кем у нас симпатия? У нас с Великобританией. Начать переговоры. Чтобы вступать давайте в военные союз. Союзы, используйте эту функцию. Она позволяет обращаться к союзникам. Отказали. Хорошо. Такой союз всегда включает в себя взаимное предоставление. Франция, антипатия, равнодушие. Отказ на помощь союзнику, находящемуся в опасности, приведет к расторжению союза. А есть здесь кто-то к нам? Ганновер. О, соседи наши. Давайте, может, с Ганновером? Ага. Все, мы с Ганновером вступили в союз. Хорошо. О, Дагестан, борцухи-братухи. Ну, они, наверное, вряд ли захотят с нами дружить, потому что как бы у нас нету там, что им надо, в любом случае. 13 колоний, это Британия, как я понимаю, точнее, нет, это там, где-то там в Америке. Но нам нету смысла с ними дружить, потому что это очень далеко. Давайте возьмем какую-то Савоя, хрень какая-то, короче. Запросить союз. Нам отказали. В общем, только Ганновер захотел с нами дружить, ребят. Судя по заданиям... Так, где там задание? Цели. На панели заданий собраны сведения обо всех полученных, выполненных и проваленных заданиях. Авторитет – это характеристика, определяющая... Все, короче, ты слишком много базаришь. Так, технологии. Это панель исследований новых технологий, которые дадут вашему народу преимущество перед врагами. Выберите закладку с предметом будущего исследования. Так, как я понял, это ветка армии, это ветка технологии, это социальная. С развитием военной мысли, новый тип. Хорошо, я догадался. Значит, в армии я тут боевой порядок каре. Но это я понял по квадратику, только что у нас делается. Так, оборонительное построение, позволяющее отряду вооруженным мушкетами создать вокруг себя барьер штыков для отражения атак кавалерии. Так как мы с вами будем вести довольно-таки, постараемся вести довольно-таки агрессивную игру, нам надо армию поднять, конечно, в первую очередь. Так, что тут у нас? Александр Цудона Шлобитен. Чтобы переместить армию, щелкните правой. Ну, вы уже совсем меня за дебила держите. Так, что тут у нас? Жандармерия.
кавалерия, 2-й конный полк, рукопашная 9, натиск 11, 5. Угу. А это у нас линейная пехота, 5-й пехотный полк и 6-й пехотный полк. Это пикинеры, пехотный полк, и регулярное ополчение. Также у нас есть полупушки, то есть это как полулюди, это полупушки. Ну и соответственно у нас Александр Цудона Шлюбитен лично. Распространяйте свою веру по всей земле с помощью миссионеров. Приняв вашу государственную религию, другие страны станут менее опасными. Чтобы миссионеры начали проповедовать, поместите их в нужные области. Я вас понял. Давайте мы пойдем сюда. Я не знаю, кто это такой. Их бифор, давайте, да. Шагай, чучело. Это кто? Курляндия. Обалденная страна, Курляндия. Я честно даже не знаю, кто это. Давайте, короче, пойдем в столицу и будем проповедовать им в столице. Все. Проповедуем в Курляндии наши идеи, наши мысли по этому поводу. Так, ты кто? Дворянин. Одинарный щелчок, так. Дворяне нередко посвящают свое время науке. Поручаете им исследовать новые технологии. Для этого дворяне должны проводить много времени в школах, университетах или других образовательных заведениях. Ага, вот как я понимаю, у нас университет здесь. Рост численности населения приводит к тому, что деревни вырастают в города, в которых можно заниматься строительством и этим повышать доход страны, а также довольство населения и военные, и исследовательские характеристики. В этой игре постройки можно возводить не только в столице области, но и в других ее поселениях. Ну, это я уже понял. Так, хорошо. Значит. Я должен сначала разобраться, что тут у нас. Значит, у нас есть доступные средства 7900, грубо говоря. Управление каждой из ваших областей осуществляется из ее столицы. Все, хватит. Позарить. Совершенствование дорог увеличит торговый потенциал области. Ну, это понятно. Давайте самое главное в столице сделаем хорошие дороги. В отсутствие генерала. Эта женщина меня уже достала, если честно. Эта закладка содержит информацию обо всем. Ну, это и так понятно. Так, давайте, значит, что тут у нас у нашего Леопольда фон Ангальт-Дессау. Так, 3 линейных пехоты, пехотный полк пикинеров и жандармия тоже. Походу, везде стандартно, что ли, войска у нас. Давайте поднаймем еще конного полка, кавалерию, парочку. И парочку линейной пехоты. Ну, знаете, чтобы так немножко укрепиться, скажем так. Так, в Кёнигсберге у нас, значит, в армии, ну, да, тот же самый набор, только плюс регулярное ополчение. Давайте, значит, тоже добавим пару, вот так вот. Чтобы обеспечить защиту города в случае атаки, расположите войска в его пределах. Кроме того, присутствует. Постройка фермы влечет за собой. Реально достало. Так. Место под строительство. Давайте построим крестьянские фермы, обязательно нужна еда. Публичный дом. Нет, ну конечно, дамы с легкого поведения это хорошо, но давайте сначала так. Григорианский календарь, ребятки. Многие протестантские страны Европы, за примечательным исключением Великобритании, без особого восторга восприняли реформы юлианского календаря, предложенные в 1582 году буллой Папы Римского Григория XIII. Задача нового календаря – установить постепенное смещение времен года и празднование Пасхи, характерное для старого юлианского календаря, который не на 11 дней длиннее его гражданского аналога. Григорианские реформы устранили лишние дни и ввели высокосный год с дополнительным днем через каждые 4 года, чтобы постепенно исправить прежний сдвиг. Очень поучительно и очень хотелось материться, но извините, пожалуйста, не буду. Так, значит, вот эти ребята, которые у нас здесь стоят, мы можем построить форт, в котором они могут жить, но я так делать не хочу. Почему? Потому. Так, значит, здесь у нас нанимаются немножко людишек, тут нанимается, мы там строим ферму. Мы не можем классический университет построить? Не можем. Ферму здесь тоже улучшить не можем, не можем. Как я понимаю, здесь нужно ограждение общих земель, это нужно исследовать.
мы пока исследуем построение каре, соответственно. Здесь мы можем построить публичный дом. Степень довольства плюс 3, появление диверсантов. Хорошо, давайте, диверсанты нам нужны. Кстати, вот наш диверсант. Давайте пока его пошлем в Австрию, мне кажется, это наш ближайший потенциальный враг. Ну, кроме Польши, конечно. Поляки, как бы мы, они сладенькие, сахарные, мы их оставим, пока трогать их не будем. Мы их немножко подсоберем войско и потом обязательно заведуемся как бы к ним в гости, скажем, типа, добрый вечер, ребятишки. Так, пропускаем ход. Великобритания. Села на корабль и поплыла. Далеко-далеко. Вот этот белый флаг, как я понял, это Франция. Непривычно, правда, его видеть. Да, это Франция. И, знаете, еще неприлично видеть, что они вообще катаются рядом со мной. Или она к себе приплыла. Ну, в общем, не знаю, как-то мне неприятненько. Но, в любом случае, хочешь мира, готовься к войне. Потому что, я думаю, все хотят нашего тела. Так. Нам Польша пишет. Мой великодушный повелитель уверен в том, что вы согласитесь расстаться с частью своих земель в нашу пользу, ведь это обеспечит нам нашу дальнейшую помощь и поддержку. Значит, их требования. Я отдаю им Восточную Пруссию, и за это получаю, разрешают проход на неопределенный срок. Знаете, сказать, что поляки охуели, ничего не сказать, в принципе, конечно, я извиняюсь за такие выражения, но реально, просто, ребятки, а что вы как бы скажете на то, чтобы пойти как бы далеко? Мой благородный повелитель будет глубоко разочарован вашим отказом. Будем надеяться, сударь, вам не придется пожалеть об этом решении. Да идите вы нахер, ребята. Я еще поляков не боялся. Я понимаю, что сейчас, конечно, мне кажется, здесь начнется жесткое рубилово. Мне сейчас со всех сторон будут меня тут лупить. Тем более на высоком уровне сложности. Ну, что-что, но, блядь, отдать территорию полякам? Да ну нет. Я вижу, они очень долго ходят все. И, может, нужно отключить отслеживание хода ИИ. Или оставить. В общем, ребят, ну, если кто-то это видео будет смотреть, пожалуйста, напишите, как лучше отключить или не отключить, как бы, ну, отображение ходов или, не знаю, пираты какие-то плавают. Реально, первый раз, когда я играю, ну, как первый раз, я, получается, в нее зашел, посмотрел, что там вообще за игра, в том плане, там, поклацал менюшки, почитал там всякие, какая страна, какая там, типа, история. Слушай, чепенец. Так, мы построили ферму. Илюенский календарь. Многим кажется, что в России время тянется медленно, но в этом году оно вернулось вспять на 5,5 тысячелетий. С давних времен в России пользуются летоисчислением от сотворения мира, дату которого с пронзительной точностью вычислил в древности Панадор Александрийский. Согласно этому календарю, начало нового года приходится на 1 сентября. Нынешний год считается 7208. Но недавно царь с посольством вернулся из Европы и объявил, что отныне Россия перейдет на юлианский календарь. Юлианским называется римский календарь тропического года, который начинается с 1 января и продолжаются 365 дней. Каждые 4 года в высокосный год прибавляется дополнительный день. Кроме того, изменилась нумерация лет. Теперь точкой отсчета служит год рождения Христа. Престиж России и ее положение среди западных союзников растет. Царь покончил со сложностями пересчета дат по разным календарям, которые раньше нередко приводили к конфузам на поле боя, куда противником являлись, разминувшись на неделю, но считая, что прибыли в один и тот же день. Царь официально ввел новое летоисчисление по всей стране.
но православное духовенство так и не приняло его и продолжает придерживаться прежнего летоисчисления. Ребят, если вам эта хрень не интересна, как бы вы, пожалуйста, сразу напишите, как бы я не буду читать. Просто как бы в Imperial Glory такого не было, поэтому, ну, для меня это непривычно немного, и я растерялся, я не знаю. Так, Юрия войны. Кто там? Не мы, уже хорошо. Так, Бранденбург, Восточная Пруссия, войска наняты. Порты не только обеспечивают морскую торговлю. Оборудовав в порту верфь, вы сможете строить там военные корабли. Обратите внимание, что корабли можно получать напрямую из флотилии, если таковая находится под командованием адмирала. Хорошо, давайте построим что-то по флоту. Индеец. На этой панели отражается информация о каждом подразделении. Численность, способность к набору новобранцев, стоимость содержания, опыт, статистика, особые способности и подробное описание. Короче, это какой-то торговый корабль, я его первый раз вижу вообще. Так, индейцы — это торговое судно Ост-Индской компании, вооруженный торговый корабль, специально построен для рейсов между Европой и Востоком. Это не боевое судно, но не при необходимости оно способно оказать сопротивление и защитить себя. Ну, давайте его, не знаю, попробуем его нанять. Попробуем разобраться, что это вообще такое. Так. Значит, здесь у нас переброска войск сейчас произойдет. Давайте наймем каких-нибудь пацанят вот именно в самом этом. Наем войска. Давайте вот так вот, что ли. Нет. Ополчение не хочу, вы могли запомнить или не запомнить, но я люблю, когда, знаете, когда только регулярные войска, такие подтянутые, красивые прусаки, тараканы, скажем так. Франция, что ты там мутишь, Франция? Австрия тоже. Мне не нравится Австрия. Мне вообще, не, если честно, все не нравятся, но больше всех мне нравятся, конечно же, поляки. Потому что поляки — это поляки. И мы обязательно начнем, наверное, с них. Хотя нет, Саксония, которая находится рядом с нами, тоже представляет, наверное, какую-нибудь угрозу для нас. Соответственно. Смотрите, как поляки для нас Варшаву-то отстраивают, а? Курочки мои, молодцы. Так, вон Швейцария, здание вроде, или кто-то там с кем-то там лупится во все причинные места, соответственно. Швеция всех там гоняет. Данию налупила Швеция. Какие-то там Аллаху Акбар вон ходят. А, это Индостан, это Индия, ребятки, это Индия. Это Индия. Причем, обратите внимание, как у них большой кусок территории. Слушайте, это очень долго. Наверное, все-таки это придется отключить, или как-то это можно, я не помню. А, вот, да, пробел можно зажать, и будет быстрее. Пираты напали на... А, нет, да, флот Дании стал пиратским. Увидели, что происходит. Капитан Кид. Снискавший дурную славу пирату Уильям Кид наконец-то был передан суду по 5 пунктам обвинения в пиратстве и убийстве. Увы, палач просчитался, и Кид пришлось вешать вторично, так как первая веревка лопнула под тяжестью его тела. Но теперь его труп болтается в петле над Темзой в назидание пиратам всего мира. Тем не менее, кое-кто в полголоса твердит, что есть, что честь Кида не запятнана, что он невиновен, но был обречен, когда связался с беспринципными дельцами из Ост-Индской компании. Возможно, правду мы и не узнаем никогда. Точно так же, как никогда не найдем, где Кид спрятал свое пресловутое несметное сокровище. Кид молодец, просто от души в душу тебя целую. Так, так.
Ганновер пока союзники, но что-то, мне кажется, сейчас начнут его во все причинные места, а мы за него должны будем лямку тянуть. Так, инфраструктура. Здесь у нас строится. Хорошо. Что у нас строится здесь в инфраструктуре? Тоже дорогу, пожалуйста, мне. Так, 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 так. Давайте посмотрим. Нет, не туда. В технологиях. Так, значит, карашечку мы с вами изучили. Втульчатый штык. Это длинный клинок, снабжен втулкой-трубкой, которая надевается снаружи на ствол мушкета и позволяет заряжать оружие и стрелять из него, не снимая штыка. Очень хорошая штучка, я считаю, чтобы мы могли стрелять, и люди могли радоваться, когда мы будем стрелять. Ага. Хотел наебать судьбу, выбрать сразу все улучшения сразу, чтобы она по очереди у меня улучшалась, но походу так нельзя. На этой панели приводятся подробные сведения. Я испугался, случайно нажал, и она резко выскочила. Так, давайте, короче, трубку эту исследуем. Как я понял, ребятки, я не так сделал, мне надо нашего... Обратите внимание, что выбирать агента... Вот так вот, агента вывести. Они появляются сами собой. Ой, все, прекращай свой дешевый базар. Так, ну что, построим, может, форт? Где-то здесь, на границе, хотя с кем... Тут город, надо где-то здесь встречать, наверное. Вот тут, где-то тут. Вот так. Давайте здесь построим потом форт. Вы не можете построить. Ну почему? Ну пожалуйста. А тут могу. Ну пожалуйста, тут могу. Ну давайте тут построим форт. Хорошо. Все, мы там строим форт. Дом, который построил Том. Здесь мы что? Здесь везде надо улучшать, короче, мирное это, а я не хочу мирное, я хочу воевать, я хочу любви и войны, или войны и любви, неважно, в общем. Так, тут мы нанимаем. Кстати, здесь я хотел, ребятки, сделать командира, как мне это сделать? Ага, давайте вот с этого, значение генерала, оп. И у нас здесь будет новый генерал, это Август Фишер, опа. А? По-модному. Модняк такой у нас будет. Так, Франция. Франция все катается возле наших берегов. Дипломатия. Война объявлена. Началось, ребят. Началось. Это первые наши разборки. Я не знаю, против нас Австрия. Причем сразу... За них Вюртемберг, Бавария, Соединенные провинции, Вестфалия, Савойя и Великобритания. Обалдеть. Ладно, попросим Ганновер. Ганновер присоединился. Австрия сразу пошла в атаку. Все, короче, хорошо, давайте, поехали, ребят. На какой-то играли 2 или 3 хода, на меня сразу напали. Ох, ребят, чувствую, я не потянул самый высокий уровень сложности. Все-таки нужно было поиграть мне с вами на среднем. Ну, что ж, уже поздно пить боржоми. Отныне пусть все воинственные народы знают, как страшна. Просто вот правду матку рубишь. В процессе дислокации войск вы можете тайно поставить свои подразделения в выгодные для вас позиции раньше, чем начнутся боевые действия. Вражеский генерал будет размещать свои войска напротив вас. Когда будете готовы к сражению, щелкните на пиктограмму скрещенных мечей в центре экрана. Так. Надо вообще как-то, ага, надо привыкнуть к управлению. Это что, это пушки, они не двигаются, да, как я понимаю? Давайте тогда более логичнее поставить это по центру. Так, всех остальных. Что тут у нас? Группы отрядов. Это что-то не то. Удлинить шеренгу. Что вообще происходит? Ладно, давайте начать бой. Расположите войска под прикрытием стен, чтобы сократить потери. Чтобы защитить выбранное вами пехотное подразделение, щелкните правой кнопкой мыши на стене и укажите курсором, с какой стороны хотите. Все, прекращай. Так, давайте, значит, немножко нашу конницу
сделаем вот так вот. Выделим наших стрелков от седа под седа. Ну нет, и под седа, конечно. И давайте их будем выдвигать немножко вперед. А подождите, а что вообще? Куда? Что? Куда они бегут? Так, пушки стреляют. Командира нашего вот сюда. Наши пушки стреляют куда-то туда, куда не надо. Конный полк. Я хочу вот этих ребят, так чтобы они параметр просто кинулись. Боевой дух определяет дисциплину и смелость подразделения во время битвы. Это сочетание веры в себя и воинской доблести. На высоте его поддерживают тренировки. Да все, хватит уже. Давайте, мои пикинеры, я хочу, чтобы они обязательно навязали бой этой кавалерии. Так. Вы все. Продолжаем двигаться вперед. Так, те убежали, я вас понял. Так. На нас ворвались. Вами подразделение переходить с шага на бег и обратно. Оп. Бег увеличивает скорость. Быстренько, быстренько, хлопчики, быстренько. Линейный пехот угрожает кавалерии. Ага. Прикажите отряду. В принципе, успели закрыть. Так вот делаем. Атака при верном руководстве. Хорошо. Кавалерия атакует ваш фланг. Я вижу, что не атакует наш фланг. Повернитесь им навстречу. Все нормально. Мы уже повернули всем навстречу. Так, открываем огонь по вот этим. Вы, ребятки, вот по вот этим открываете огонь. Вы помогаете, соответственно. Так, кавалерия моя где? Завязалась там в бою, я вижу. Причем в бою. Просасываем. Хватит меня учить жизни. Давайте кидаем нашего капитана. Отряды под белыми флагами бегут с поля боя. Я понял. Они больше не участвуют в сражении и не повинуются вашим приказам. Давайте, давайте, давайте. Если наш генерал находится поблизости, может быть, объезд сможет поднять... Да все, закрой уже свой рот. Вы меня все раздражаете. Так, в штыковую. Пошли. Бэмс, бэмс, бэмс. Так, здесь штыковая пошла. Штыковую. Пошли. А вы огонь, огонь, давите их. Всех давите этих австрийцев. Так, что здесь? Здесь мы побеждаем, здесь мы побеждаем. Товарищ командир, вперед. А, у нас, ха, ребятки, у нас тут еще целая кавалерия стоит сбоку. Сейчас мы их на пушки задавим. Смотрите на этого предателя родины. Руссия. Так, переключаемся. Все, давайте, ребятки, я хочу, чтобы вы добили всех. Не дайте ему бежать. Видите, как они наяривают свои ружья просто. Хорошо, что у нас здесь? Смотрите, кстати, наши ребятки сдержали. Линейно. Девятый полк выстоял, сдержал просто всех. Если убить генерала, боевой дух врагов будет подорван. Понятное дело. Так, наша конница не спешит, вальяжно просто идет. Хотя я давно уже послал их разобраться с этими. Так, ребятки, я хочу, чтобы вы остановились. Выключили свои, блин, береты, там, хренеты какие-то. Я хочу, чтобы вы стреляли. Вы же стрелки. Стрелки, линейная пехота. Ну ладно. Не хотите стрелять, не надо. Так. Я думаю, этих ребятишек мы можем продвигать вперед. Пушки нас уже могут не стрелять. Так. Вражеский генерал убит, принц Ойген фон Савоен. Этот достойный противник пал в бою. Хорошо. Ну, то есть, плохо, конечно, что он пал в бою. Главное, чтобы наш командир не пал в бою, потому что это будет просто
кошмар. Так, наш генерал в опасности. Все, победа, ребятки. Завершить битву. Героическая победа просто. Между проигранной и выигранной битвой здесь огромное что-то там. Итоги сражения, а также сведения обо всех выживших подразделениях вашей армии или флота. Чтобы вывести на экран подробную статистику для каждого отряда, воспользуйтесь кнопкой справа. Так, они убежали. Мы им дали отпор. Шагает Польша активно куда-то там. Сейчас, наверное, тоже подпишется. Это была первая наша боевка. Ну, конечно, я, может, где-то ступил, где-то сглупил, потому что, ну, реально первый раз. Ну, по крайней мере, мы показали Пруссии, точнее, мы Пруссия, мы показали Австрии, что у нас есть яички. Пока еще яички. Небольшие яйца мужицкие, а пока еще только яички. И, ну, правда, если нас так будут давить, то в большие яйца это все не превратится. Всякий раз, когда вы выигрываете сражение или захватываете территорию, растет поддержка военной кампании со стороны населения, а также повышается уровень довольствия. Смотрите, ребятки, союз расторгнут. Австрия, Польша расторгли союз. Взаимное подозрение и недоверие между этими двумя державами росли и привели к конечном итоге к расторжению союза. Вторжение противника. Угодье, торговое соглашение расторгнуто. С Австрией, понятное дело. Так, где-то видел, у нас тут что-то горит. У нас горит ферма. Стоимость ремонта. Так, так, так. Армия. Выделить все. Пополнение указанных отрядов. Стоимость 2000. Батюшки, как же дофигища. Я хочу я хочу мира с Австрией. Начать переговоры. Предложить мир. Ага, отклонены. Хорошо, ладно. Тогда где Польша? Начать переговоры. Запросить союз. Военный союз за 2700. Хорошо, ладно, Польша, я заплачу тебе. Я заплачу тебе только для того, чтобы поляки меня пока поддержали в войне с Австрией. Итак, прививки от оспы. С незапамятных времен оспа была бичом человечества. От нее умирал каждый третий новорожденный. У выживших навсегда оставались шрамы. Они страдали импотенцией и даже слепли. Только в этом столетии жертвы оспы начисляются миллионами. Тень смерти отступила от Европы благодаря свету мудрости с Востока. Несмотря на первоначальный скепсис жителей Запада, слухи о профилактическом методе, применяемом в Индии, Китае, некоторых районах Африки, а теперь и в Османской империи, не солгали. Для профилактики необходимо измельчить струпья, собранные с кожи больного оспой, а затем вдуть их в нос здоровому человеку, либо втереть гнойное выделение в маленькую ранку на коже. Переболев слабой формой болезни, пациент приобретает иммунитет, хотя иногда умирает в муках. Несмотря на первоначальное возражение, эта процедура приобретает популярность в Европе. К примеру, в Великобритании была привита вся королевская семья. Любую брезгливость легко преодолеть, убедив нескольких каторжников получить прививку и понаблюдать за ними. Если никто из них не умрет, значит, опасения напрасны. Это была прививка от оспы, ребят. Так, значит, приобретены способности. Держава разгромлена, Крымское ханство прекратило существовать где-то там. Постройки, отчет о найме, хорошо. Давайте, тогда мы вы можете перемещать диверсанта, щелкнув. Подострем немножко. С помощью этой панели диверсия 75%. Есть. Наш агент устроил успешную диверсию на территории другого государства. Хорошо, все, ребятки, уже хорошо. Давайте его выведем. Мы им просто в ответ подпалили, скажем так. Они нам подпалили армию, мы им подпалили, соответственно, своими
агентами. Так, ребят, ну, наверное, на этом все. Это была первая пилотная серия. Если вам понравилась эта игра, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте свой комментарий. И, ребят, напомню еще раз, я буду, наверное, это повторять в каждом своем видео, о том, что я создал специально группу ВКонтакте. Она, конечно, еще очень маленькая, там очень мало людей, но я буду рад видеть вас всех. И будем слушать музыку, смотреть картиночки с телочками всякими, ну и так далее. В общем, подписывайтесь на группу. Опять же, не забудьте поставить лайк. С вами был Росси. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч, ребятки. Всем пока.